здесь мы как раз стартуем вот с теми программами, с которыми начали заходить еще в прошлом году. Ну вот, во-первых, 22-го начнет полноценно работать кванториум. Это наш совместный проект с правительством Ленинградской области. Это, собственно говоря, хоть и сфера дополнительного образования, но здесь же кванториум как устроен? Он дает ребятишкам, ну, во-первых, открыт для всех ребятишек, совершенно без какого-либо отбора, каких-то предварительных условий, абсолютно образование бесплатно. Это раз. Два, поскольку у нас сейчас очень большие инвестиции в развитие нашего производства, у компании «Еврохим» огромная потребность в кадрах. Но это, в общем-то, характерно, кстати сказать, для всех крупных промышленных компаний России сейчас. И мы очень большое внимание уделяем именно подрастающему поколению. Ну да, нам, соответственно, нужны кадры, но с другой стороны, это, если посмотреть для детей, это, во-первых, как-то это определенная карьерная траектория, это гарантированная, хорошо оплачиваемая работа, это определенное будущее, уверенность в этом будущем, что, я думаю, и для детей, и для их родителей очень немаловажно. Я крайне вам благодарен. Я думаю, еще наше все население, еще, думаю, наше население это оценит с годами, потому что мы знаем, у нас каждый год очень много выпускников-медалистов, и которым явно не хватало именно вот таких классов, такой возможности. Поэтому еще раз и губернатору Ленинградской области Александру Юрьевичу и фонду Мельниченко, Ивану Александру Михайловичу лично, Еврохиму. Но я сегодня побывал как будто в космосе. Я, честно говоря, без вас тоже заходил, смотрел. Но то, что сегодня увидел в классах, во-первых, насколько они светлые, чистые, красивые, просторные, какое оборудование там, и современнейшие компьютеры, и сильнейшие компьютеры, и станки ЧПУ, и, то есть, ну, и лаборатории, и для физики, и, наверное, и для астрофизики, и для биологии, для таких вещей, когда наши молодые люди, а я их не зову дети, я их зову молодые люди, наверное, проявят более ярко себя. И, Сергей Валентинович, огромное всем вам наше кингисеппское спасибо, потому что у нас колледж уже получил даже такой межрегиональный уровень. У нас с других регионов учатся дети. Я думаю, это деньги, вложенные в будущее России. Конечно. Огромное вам спасибо всем. И я очень рад, что у нас есть такие друзья. Можем перейти до подписания соглашения. Еще раз, мы очень дорожим дружбой с вами. Таким образом, фактически сегодня мы говорим о том, что в Кингисеппе, в Кингисеппском районе наши выпускники, наши дети, наша молодежь может получить образование, не выезжая куда-то в другие регионы, получить образование, жить, работать и получать удовольствие от жизни, как уже сегодня было сказано, здесь, в Кингисеппе, в Кингисеппском районе. Я всех тоже с этим замечательным событием, с началом такой хорошей работы поздравляю. Мы готовы принять их для работы на самых передовых технологиях, для того, чтобы действительно у всех было и перспектива, и будущее. И мы всех ждем у нас в Еврохиме. На практику сначала. Сначала практика, потом уже, я надеюсь, и будут работать, будут осваивать новые направления, новые специальности,
А все сейчас связано с компьютеризацией, практически руками там ничего делать не надо, надо делать в основном головой работы. Очень интересно, работа высокооплачиваемая, поэтому всех ждем на наших предприятиях.